Уезжаем. Нет, что-то мигалка не работает. Сломал, молодец. Теперь это оплачу ремонт. О! Окей. Наконец. Японом, мать, это... Мне интересно, я его потом хоть выключу? Фары, вот вам фары. Я просто не понимаю, у меня сейчас просто зимний мод, у меня все и так светло. Давайте я позову Минато, он будет в роли собаки. Не, я уже пробовал. Че, плохая псина? Да не, он тебе блат сказал. Сказал номер по расследованию. Не знаю вот почему, вот вообще не понимаю. Кому отказали? Да мне отказали бы, скорее всего. Специально он так делал. Ебать, за реки так захуевает. Мы сейчас сюда так. Просто вот как ведет Данила вверх, если как я выжу. Забей, просто бочком красиво зашел, вот как лох. Полицейский дрифт или как там, разворот. Надеюсь, интерьер большой в доме, а то такая оргия, извиняюсь за свое выражение. Объекты у кого? Офигеть, яйцо. Объекты у кого? У меня есть. Дай объекты свои, положи их в багажник. Блин, нет объектов. Я же, короче, одну часть дом, одну снаружи и один в гараж. Положи объект в багажник, пожалуйста, вот этот. А, у меня вроде один был. Строй. Да вы тоже встаньте. Хотя, ну, блин. Вот там как попа. Вот как Уникс, да? Яникс, я не знаю. Юникс. Яникс, исполнитель такой есть, Яникс. Так, а кто это, со мной, типа? Не, Иисус, это просто так, на английском. А, давай, забирай Неару и Карину и идите в гараж. Так. Гараж. А, надо было аж по РП зайти в гараж. Гараж открыть, я отыграл. Итак. Я цепляю. Блин, вышел из гаража. А что, уже был приказ заходить? Я им сказал, идите еще. Вот сатив. Заходите внутрь. ПРП.
Пакуем. Пакуем. Что тут происходит? Вообще, он закашлял без эскейпа? Офтус! Он просто обосрался. Бля, все, ищем так. Народ, я тут типа нашел мешок. Окровавленный нож, там... Я, короче, нашел типа части тела в мусорном пакете. Норм? Ага. И ушел. Давай за ним давай. Да, он в смысле, говорит. Вот он бежит. Иисус, ловите. Да вот он, Дмитрий Дар, в каком он гараже, он в другом доме. Паковать его? Максим, ты где? Я... на улице. У нас расследование. А чё у нас тут какие-то челики? Коди Флорес и Мишель Прайс. Они наперёд? Народ, у меня, короче, лучший отряд тут. Они нашли кислоту, нашли пистолет, нож, и ещё и остатки человека нашёл. Чё у вас там интересно? Ну, мы с Мэтью поймали чувака. Дмитрий Дарк, это мой дом. У нас никаких проверок нет сейчас. Все, это уже допросный решил. Вот сильно тупо. Походу уснул. Не, ну если ухнете, то ладно. Все, ступа, зря скрин. Сейчас, сука, зайдет, все равно пиздю его. А ты где на улице, Максим? Да я вообще возле дома. Так, чё у нас? Я думал съездить бы это. У них что у вас там? Есть какие-то? У нас наркота. Наркота. Денежку бы перекинули, чтобы я на депозитки. Ну да, я хотел тебе предложить, но я говорю, дельгада. А я же кушал, отошел. А, да. Кого? Что сделать? Еще ничего. А где у тебя дом? Я не в своем доме, мы расследование делаем в чужом доме. А, ну ладно, хорошо. Можешь взять вертолет и кино БК, сейчас полетим. Кидай БК. Короче, я сейчас по РП сделаю так, что типа там порно видео снимают.
Да. О, он нашел, смотри, он нашел их и сбежал. Дмитрий Дарк. Вот просто. Алло. Даниэль. А. Тут Дмитрий Дарк стоит, ты видишь? Пакуй. Да вот он. Не, ну за что его покупать? Да. По идее, можно, да, в допрос мне её отвезти. Ну, он опять офнится, в смысле? Я прилетел. Прилетел? Давай сейчас закончим расследование. Угу. Дома рыскает. Не понял, что за пистонь вообще? Все, я нашел наркоту. Хорошо нашел, молодец. А что за расследование? Что случилось вообще? Я не в курсе. Даниэль. Убийство. Убийство в доме? Вот этом доме, да? Флешка в правой руке. Слышал? Нет, не слышал. Он, наверное, в офисе все же. Блять, я почему слышал? Я все-таки не ответил. А ты первый начал стрелять? Я его убил. У него розыск был, мне написал, он посажен в КПЗ на 15 минут. Лол. Вылетело. Чё за фигня? Почему? Какого чёрта вылетает? Опять вылетел? Да, просто так. Тупо стоял на месте и вылетел. Модем и сразу подключает. Нет, модем, ну я же с тобой разговариваю. А. И сразу переподключает. Ай, блядь, ебаный, сука, мод Аризон. Здорово. Здорово. Да мне кажется, Юни, да, он, наверное, каждый день такие фразочки бросает, блядь. Я не понял, ты видео как нашел? Ноутбук там стоял на столе, и там ПРП было до видео. Я нажал там типа записи. Я тебе потом расскажу. Все, короче, убираем. Да, я проверил твой отчет. Да, сейчас повыше, да. Ты читаешь мысли? А где ты? За лидер. Кто это говорит? Знаешь, просто после того, как кто-то говорит Мэтью, всегда, ну, в 90% случае последуют слова «проверишь отчет».
А кто просил повысить его? Андрей Ворл, кажись. А, вот, я рядом с тобой стою, сейчас я тебя повысил. А что, объект нужен? Блин? Это Джоан вроде. Джон просил, не? Да, я просил. Что просил? Прочет? Ну да. Ну ты только что хотел сказать, я твои мысли прочитал. Андрей, это МГ, это не Андрей Ворлд. Мы с тобой в Дискорде говорим, а ты в чат в игровой пишешь. Хотя бы в Б пиши, аккуратно. Тут на будущее тебе. У нас, кстати, машины сейчас. 25 минут у нас, кстати, собес. А можно вопрос? Да. А сколько баллов нужно, чтобы на третий ранг пойти? А, или... Давайте все вот этот... На бортик вот этот. Давайте. Я буду аккуратно лететь. Да, я буду аккуратно лететь. Есть анимация, которая... Все, нормально, мы не будем сидеть. Сам конгресс или нет? Там лечь, что ли, по-моему? Вы не лазите уже... втроём? У нас челики уже собираются в участке, на инвестлоу. Да? Нормально. По-моему, будет быстрее релогнуться, безопаснее. Давайте кто за один релогнуться, ладно. У нас из ПД. Чё? Меня убило. А как? Из ПД у первых. Я в участке. А нет, перепадите. Ну, аккуратнее. Короче, заберете потом в больницу. Давай. Не, расследование было. В смысле, а куда ты залез? Я его. Пока. Он умер. Не, пацаны, это номер. Сейчас вспомнишь? Тихо. А чё я туплю, если там место было? Ну ладно. Я просто анимку топовую поставил. Это НЛО? Нет, это птица, нет. Это правительство. Да-да-да. Это было дело. Нет, это птица? Нет. Это самолет? Нет. Это правительство летит. Мы так пройти себе. Просто чувак, мы залетели на СФАП кушать, он к нам сел. Мы начали его по всей карте катать. С помощью вот этого балкончика. Спасибо за помощь. Так в итоге потом он рядом с водой упал. Рядом. А мог выжить. Я сначала думал, что он выживет, потом обрадовался, понял, что он сдох. Да я тоже думал, что он выжил. Знаешь, он как летел, а потом резко начал как порыв ветра, и он полетел на здание. Я такой, бля, пока. И знаешь, это же будет интересно составлять рапорт о том, что как он умер. Был на военной базе, а потом оказался в нескольких километрах от нее разбитым. Да, но рядом был самолет, вертолет СПД. Андрей, ну... Напарника найди себе. Можешь в патруль. Или какие-нибудь задания на форуме посмотри, которые для... Что ты в соло можешь сделать. А чё, тебя по правилам визитера в канале на взводе? Угу. Сложненько? Не, его вообще не на взводе по правилам не. Летите на базу. Не, он не в КПЗ. Вас забрать? А, Иисус возле больницы. И я рядом. Андрей, ты в одиночку не можешь патруль. Стой, да не, да не. Я патруль. Я за нашим. Стой, да не. Ага. Стой. Я забирать этих лохов еду. Стой. Да шо стой, я уехал.
А я за тебя. Нет. Вот, Андрея Волда бери и в патруль. Андрей, подожди нашего Джоана. Он в этом. Он меня без... убили. Тебя убило? Это ты, фигневый пропеллер. Это лопасть. Ты. В 25 минут собес. Сейчас приедут за нами. Где вы? Ну хотя можно на встречу идти. Короче, тут трамвай ходит. Тут трамвай ходит. А, вон он. Ты чего, самоубийца, что ли? Это называется высший пилотаж. Я понял, где ты понимаешь, он сейчас улетит просто. Я, кстати, заметил, сейчас совсем новый состав, кроме вот Мэтью, меня, тебя и еще нашего заместителя шефа. Ну, Антон, это же хорошо. Новый знакомство. Жерри ушел, Влад ушел, это стукачий его дружок. Виташа, Влад, этот Джерри. А че Виташа уже? А, он же снял. Он тоже ФБР. Джерри и Виташа. Не, Виташа... Не-не-не, я видел, он мне даже махал в форме. А, это Джесус. Джесус. Да, блин, он да уже закончилось. Да. Ну как, я потом проведу кое-какие анализы и скажу, что это этот пёс РМовец. Только ник его нужно не забыть. Дмитрий, да. Да, надо как-то сделать, типа там запомнить бланк. Не-не-не, я сейчас, скажи мне, подойду к боту, скажу, ну, сделай мне анализ, там, дактилоскопию, типа, пальчики мне пробей, и видео посмотри, установи личности. Через 20 минут зайду, скажу, так, давай, да. Ну, ты должен сам отыграть. Как бы. А прикольно, если бы у нас была бы архивная комната, у ФБР она есть. Да. Вообще нам нужна комната архив и очень сильно комната столовая. Вальтер, виси. Я на вертолет не буду ждать, я мать. А, точно. Да не, там давай кто-то из вас там сделает там это все. Отыграет ПРП. Короче, те, кто хотят закончить РПшку, можете сдать мне все улики. Я типа сдам в архив. Я как бы этим уже занимаюсь. А, ну вон уже есть. Стой, у меня, короче, это пакет с конечностями тебе отдать. Какая причина написать? Мы почти юрисдикцию будем пересекать. Какую причину? Банк. Не, банк это не причина. А, ну можно, типа, снять, типа, денежные средства для премии, но... ну, хотя никто так делать не будет. Угу. Банковские услуги, напиши, мне кажется. Вот таких вот до хера везде, вот таких вот маппингов. Вот из-за них жестоко.